Рассмотрим особенности клееного опорного столба с сечением 100 на 100 мм и высотой 3000 мм, сорт АБ. Изделие выполнено из хвойных пород древесины. Перечислим максимально допустимые природные дефекты, которые могут как присутствовать, так и отсутствовать на опорном столбе сорта АБ. Светлые сросшиеся сучки не регламентированы по количеству. Мелкие темные сучки в небольшом количестве. Небольшие смоляные карманы. Перепады по цвету между ламелями. Сердцевина шириной до 5 мм и длиной до 300 мм. Зашпаклеванные участки незаметны при покрытии защитно-декоративными составами. Еще раз подчеркнем, что перечисленные дефекты не обязательно будут присутствовать на столбе сорта АБ, а некоторые из них встречаются редко. Важно отметить, что перед покраской необходимо отшлифовать изделие. Так вы выровняете поверхность и исключите поднятие ворса древесины при обработке. На отшлифованный гладкий столб покрытие ляжет ровно. Опорный столб для лестницы изготовлен путем сращивания, поэтому местами видны стыки ламелей.